Беляков Николай Геннадьевич, 41 год. Заведующий фруктовым отделом гастронома номер 1. Расстрелян 31 мая 1938 года. Никогда-никогда не забудет. Я знал, что отец далеко, знал, что, так сказать, он сидит. Знал, что сидит несправедливо, но у нас никогда в доме не было акцента на том, что это как бы преследование. Вот. Это пришло все, осознание этого пришло все значительно позже, когда начали мы, молодые ребята, это 8-9 класс, интересоваться политикой. Отец был арестован, я знал уже это. Значит, напротив нас, через дорогу, через Мытную улицу, строительство вели заключенные, что, в общем, было дико само по себе. Но это не приводило к идее протеста. К идее протеста приводило расхождение того, о чем трубят, и того, что происходит на самом деле, и что должно было бы происходить на самом деле. Близкие моей семьи. Полановский Самуил, работник ПВЖД, и его дети, студенты, Захар и Лиза Улановские, расстреляны в 1938 году. Бланк. Густав Леонардович, 42 года, редактор издательства «Товарищество иностранных рабочих» в СССР, расстрелян 9 декабря 1937 года. Первые сутки у меня прошли на Лубянке очень, так сказать, спокойно. Вот, два допроса, один по приезде, другой утром, по-моему. Вот, и после этого в Лефортово. Первые три недели было очень тяжело, потому что не давали спать. А кроме того, в камере начался плеврит у меня. И так все было очень трудно держать под контролем. В камере нужно сидеть так, чтобы лицом ты был все время повернут к глазку. Вот. Если ты начинаешь закрывать глаза, не спать. Начинаешь ходить, мотаться. 5 шагов сюда, 5 сюда. Потом у тебя начинают уже уставать ноги, спина. Прислоняешься к стене. Где-то начинаешь задремывать, ноги съезжают, подламываются. А ночью тоже, ну, видимо, эта психология этого дела была хорошо изучена, как и потом при Хрущеве. Значит, очень просто. Все, лампочка мигнула 3 раза. Ложишься, успеваешь только дотянуть одеяло, ключ в двери, фамилия, имя, отчество, приготовьтесь к следователю. Все. И до утра. Буцкий Захар Митрофанович, 36 лет, заместитель начальника службы движения Южно-Уральской железной дороги. Расстрелян 27 июля 1941 года. Ну, конечно, было голодно. Да, конечно, голодно. 300 грамм черняшки, ну... Пайка есть пайка, баланда есть баланда. Овсянка треска спасала. Овсянка треска. Треска была не всегда, а овсянка была практически всегда. Это хорошо. Я до сих пор люблю овсянку. Примите поясной поклон от старого зэка. Шахтеров добрый рацион. Овсянка и треска. Пускай от вас воротят нос московские жлобы, но мало кто из нас не снес тогда лихой судьбы без вас. Быков Дмитрий Никитович, 62 года, фельдшер амбулатории станции Мценск. Расстрелян 4 июля 1938 года. Было переследствие, были повторные
значит, разговоры совместно с свидетелем. Вот. Ну и кончилось тем, что реабилитировали. Правда, долго очень этот вопрос решался. 16-го... Я, кстати, только недавно обратил внимание на то, что записано в справке о реабилитации. 16-го я был реабилитирован. Решение Верховного суда было. А только 21-го вышел, 21 апреля 56-го года вышел на волю. Что написали? За отсутствием состава преступления? Да, за отсутствием состава преступления.